Но пока что Ватсон разбирает с игроками, которые на карте остаются. Одного съедает, другого съедает, падает или прыгает на фантомку, та жмется таник, отъедается, все разбегаются, не знает, кого Вайтлис атаковать, мана не остается, нужно принимать драку, 2,5 минуты, еще будет Эггис, 2 раза убивать героя придется, Бэйн уже успел выйти с терн, делает ТП на аванпост. Ебать, как же долго! Как же сложно убить героя. Финсгрип от Бэйна. Таймлэпс, дуэлька от ЛЦ в Бэйна, Бэйн сразу же погибает, вот фантомку... Убить не получается, но просто на похуизме полнейшем живет. Ну, это, конечно, в голосину, да. Чел даже XD написал, потому что понимает, насколько абсурдная, блядь, ситуация.